Итак, дорогие друзья, 11 июня, речка Нельма. Наша команда рыбачит, потихонечку ловим. Вот три рыбака без устали бросают блесна, закидывают спиннинги. Никто не хочет ни кушать, ни выпивать. Даже Максим Валентинович практически бросил курить. Вот, видите, раз заброс, два заброс. Прямо синхронное плавание. И при этом мы видим, что вот речушка такая небольшая, она не горная, а таежная, можно сказать. Вот Ярослав, звезда мирового значения. Он Палыч стоит, тоже тренируется. И готовимся к походу на следующую речку. Конечно, все мечтают поймать здесь тайменя. Но здесь бывает кунжа до 5 килограмм, а то и больше. Режиссер просит поймать рыбу для фильма. Можно и для еды. Виктор Павлович, как вам вообще поездка, настроение? Я в полном кайфе. Это замечательно. Красота. Великолепный коллектив. Рыба ловится. В общем, все замечательно. Ну, отлично. Передайте привет соседям или телезрителям. Я привет передаю только своей жене. Прилично и приятно.